Организатор благотворительного марафона «Все краски жизни для тебя» – Брестский областной комитет Белорусского республиканского союза молодежи. В этот раз он прошел в рамках второго республиканского обучающего семинара практикума общественного объединения. Уже много лет марафон – визитная карточка волонтерского движения БРСМ «Доброе сердце». Сегодня мы реализуем наш ежегодный добрый проект. Это волонтерский проект «Все краски жизни для тебя», где мы проводим благотворительный концерт по сбору средств для Фисюк Николь. Этот проект действительно добрый, важный, эмоциональный. И действительно очень важно, что здесь присутствуют наши активисты БРСМ, люди неравнодушные, представители трудовых коллективов, первичных организаций города Бреста и не только. Очень важно, что очень многие наших организаций-партнеров, это такие как Белорусский союз женщин, коллеги адвокатов, Фонд мира и другие представители Белнефтехима, вот, тоже поддерживают эту акцию. И они готовы помогать финансово нашим особенным деткам. Николь родилась недоношенной на 32-й неделе. Самостоятельно девочка не дышала, 21 день находилась в реанимации под аппаратом ИВЛ. Произошло кровоизлияние в мозг 3-4 степени и повлекло последствия в виде ДЦП. 6 месяцев Николь стала проходить курсы в Брестском областном центре медицинской реабилитации для детей с психоневрологическими заболеваниями тонус. Все 5 лет родители борются за здоровье девочки. На самом деле у нее очень хорошие результаты в реабилитации. После последней у нее очень сильный толчок в развитии, в речи. То есть я, если честно, была удивлена тому, как одна реабилитация, но она была долгая, она была 2,5 месяца, может изменить психику ребенка. Ну, просто мы до сих пор ловим ее умелки, да, и, ну, кажется, мы наслаждаемся, радуемся тому, что она смогла приобрести. То есть она начала разговаривать больше, она начала объяснять все, рассказывать. И, ну, конечно же, это понятно теперь, что у нее хороший сохранный интеллект, теперь стала и специалистом, ну, проверяющих там профессий. Вот, также она начала говорить, что и болит, и что для меня очень, как для мамы, важно, потому что я теперь не бегу, не переживаю, не даю себе там лекарства, а знаю конкретно, что и на что обращать внимание, что говорить врачу. Концерт для Николь стал настоящим подарком. Она с удовольствием слушала музыку и аплодировала артистам. Но на этом сюрпризы не закончились. Белорусский союз женщин, Брестская областная коллегия адвокатов, Брестоблнефтепродукт, Белорусский фонд мира, БРСМ подарили семье Фисюк денежные сертификаты на лечение. А союз молодежи еще исполнил новогоднее желание девочки, подарил ей плюшевого гуся. Вы тоже можете подарить маленькой Николь подарок и веру в чудо, просто пожертвовав посильные средства. Вся информация на экране. Василина Бускевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, новости Бреста.